Книга написана к большому юбилею буддийской традиционной сангхи России – 260-летию Института Пандиты Хамбулам. Основана она на тех постах, которые ранее были опубликованы в телеграм-канале и затрагивают широкий спектр тем. Об учении, о тех людях, которые к нему приходят, его какие-то думы про родину, о том, как он считает, должна развиваться Бурятия или его родина Шаргаль-Джин, или что он делает для этого. В книге также написано о патриотизме и о поддержке бойцов СВО, собранные истории из жизни великих бурятских лам и дацанов этнической Бурятии. Особое внимание уделено ученым-просветителям. Немаловажна и тема национального спорта. Тренер Салбон Роднаев следует за наставником уже многие годы. Мы постоянно с ним, где бы он ни был бы, куда бы ни поехал бы, но мы за ним ездим и боремся там на соревнованиях. Поэтому очень мне интересно еще раз услышать, что там в книге написал он, и также задуматься об этом. Книга предназначена для широкого круга читателей. С каждым разом становись лучше и лучше. У каждого есть шанс стать благороднее и лучше, чем мы есть, заключает Хамбол Ама Дамба Аюшеев. Олеся Цыкина, Сандык Булдаев, Новости дня.